Тоска накрывает Анну, конечно, не всегда. У нее слишком много интересных дел, и жизнь продолжается и после пережитых расставаний с мужчинами, подарившими ей детей. Но вот недавно певица сходила с сыном Гектором на презентацию своей любимой марки одежды. Там малышу подарили дорогу с автомобильщиками. И малыш, которому еще нет и 2 лет, мальчику исполнится 2 в начале апреля, прим. Ред сам тащил огромный пакет до машины, никому не отдавая и не соглашаясь на помощь. Певица, конечно, умилилась, не знаю, может я, конечно, себе придумываю, но у меня получился хороший мужчина. Я надеюсь, что он подрастет и будет всегда девушкам помогать, будет внимательным и заботливым. Это же так ценно. А дома Анне пришлось несколько часов заниматься тем, что собирать всю эту автомобильную дорогу для сына. «Я с няней собирал ее часа 4», — с улыбкой рассказывала Седокова. «Вот вы меня спросите, в какие моменты я скучаю по замужеству? Вот в эти. Очень сложно девушкам гоночные трассы собирать. Напомним, 36-летняя Анна, мать 3 детей, 14-летней Алины, 7-летней Моники и 2-летнего сына Гектора. У певицы все отлично складывается из карьеры певицы, и в качестве телеведущей. Идеальная женщина и завидная невеста. Но, как выяснилось, Анна считает, что она далеко от идеальной. Никогда не была идеальной и не считала себя такой. «Я бы хотела, но у меня как-то не очень получалось, увы», — убеждена она. Вот говорят, идеальной женщине не изменяют. Я не согласна, изменяют даже идеальным. Посмотрите по сторонам, даже на примере наших звезд. Главное, не внешность, не успешность, не характер даже, а любовь, совпадение, умение сохранять интерес друг к другу, поддерживать его. И, конечно, какого именно человека выбрали вы, что для него значит порядочность и верность. Даже если слова Анны о том, что она скучает по замужеству не случайно, Анна не торопит события. Однако все секреты, как нравится мужчинам, ей хорошо известны. Нужно себя больше любить и не критиковать. Не грустить и не быть женщиной-печалькой, не бояться отпускать близких людей, если им надо побыть в одиночестве. А главное, нужно избавляться от страданий и знакомиться с новыми людьми. Каждый день, грустно глядя в окно, ты лишаешь себя 1000 возможностей. Не избегай встреч с людьми, получай новые опыты и эмоции. И делись красивыми фотографиями, может, твое счастье рядом.